всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енотка, King on Fire, кокос, стаканчик, как всегда, классные подписчики и подписчицы, поздоровайтесь. Здорово, всем привет. Мы играем на новой карте, которая вышла сегодня, называется Among Us. Весит 144 мегабайта, и почему это убивает, когда я захожу на спаун. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас классная рубрика «Прятки». Вы меня будете слышать заранее, поэтому ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, ну что, я ускоряюсь, и теперь, пацаны и девчонки, я буду сейчас очень быстро вас искать. Кстати, запах собак я уже слышу вот здесь вот. Ого. Я думал, кого-то замочу. О, King on Fire, а ты чё умер? Я сам не понял. Ладно, это не считается. Я понял, что убила взрывом, но давай, чтоб я тебя нашел. Перепрячивайся. Но если я тебя сейчас убью уже, то будешь искать вместе со мной. Зря вы подсказываете, найду. Вот, помоги, пожалуйста, подняться. Так, так, так. Ого, жахнуло. Это просто. Вот здесь кто-то сидит. Там наверху, наверное. Нет, никого. Так, давайте по порядку искать. Ну что, так я не найду. О, тут камеры есть, я могу камеры клацать. Кстати, вижу одного из Among Us в красной форме. А, это, наверное, по сюжетке карты оно должно быть, да? Я не могу переключать? Было бы прикольно. О, давайте попробуем вентиляцию удалить. Что будет, если я ее удалю? Вот что будет. И это очень круто. Я могу теперь перемещаться по карте всей и срезать все углы. Вот тут кто-то сидит. Я прям слышу. Выходите, подлые трусы. О, тут можно нажимать? Куча шумов, куча всего на карте. А, бинта, тут мини-игры можно выполнять, потому что есть бензин, можно все заправлять. Ну, не все, наверное, что-то можно. Ого, нажахнуло. Вот это жесть. Так, давайте тут найдем кого-то, потому что я слышу, кто-то стреляет здесь. Так, если эхо идет отсюда, надо идти сюда. Я понимаю, что ты хочешь проиграть. Но не спеши, я тебя найду. Такая тишина. Я слушаю, где кто? Ну а что, я не могу забраться, где они сейчас. Так. Сейчас меня еще кто-то опять убьет. Все, идем слева направо и по порядочку перемещаемся. Отлично, прям в бошку стрельнул. Больно или нет? Надеюсь, не больно. Приятно, моментальная смерть. Минутка, ты хоть мне помоги забраться? Продолжай поиски. Вот тут надо быть очень внимательным. ТП-хнемся сюда. Удалим. Классная срезка. Надеюсь, вы меня услышите. Вентиляция, очень громко хожу. Так. Это надо выполнять миссии, будет работать вентиляция, все будет работать. Так, я шел-шел и вернулся, откуда пришел. Вы классно запрятались, мне нравится, молодцы. Самое обидное, когда я начинаю монтировать ролики, потом вижу, что я... Вы сидите где-то в уголку, а я вас просто не заметил. Так, вот тут кто-то ныкается, вот чувствую. Может, наверху? Так, подожди, это газовая камера, что ли? Никого нету. Я уже тут был, но мне кажется, что-то пропустил. Че, вы боитесь, да? Подсказки давать, я тоже. Никогошеньки. Сейчас возьму аниматроника, который бьет на расстоянии. Хотите? Но это будет, конечно, читерски. А как вас замочить? Дай подсказку. Да. Мы находимся наверху. Все, я понял. Спасибо за подсказку. Но не там, где ты думаешь. Отлично, спасибо за подсказку. Я просто моментально вас нашел.
Крутая карта, мне нравится. Я даже не ожидал, что здесь такое есть. В космосе. Можно метеорит? О, я метеориты лупашу. Их можно ломать. Значит, мне не играли с метеоритами, да? Так, что нам тут надо понажимать? Кокос. Кокос, я тебя убивал уже? Да, наверное, да? Давайте аниматроника, да, вместе будем искать. На. Енот. О, все, погнали. Братушка, пошли. Енотка, через 3, 2, 1, сваливай. Отлично. Не успел, не успел. Отели! Че, я всех убил или еще кого-то не нашли? Еще не нашел. Кого? Тебя? Ты меня как раз таки убил. Вроде бы стаканчика. Меня нашли. Зачем все? Воу, а куда я упал? Меня дамажит. Хорошо. Давайте теперь будет искать нас King on Fire, а мы будем прятаться. Я буду за него троника прятаться даже, так будет прикольнее. Ну чё, ты готов, King on Fire? Надеюсь, готов. Ещё бомбой остался. Всё, давай, через 10 секунд можешь нас искать. Я сейчас так заныкаю, что ты меня в жизни не найдешь. Дай хоть меня аниматроник. А где ты? На спауне. Понял, лечу со всей силы. На этой карте задержка, я знаю, уже понял. На, держи. Даже фору там 10 секунд. Все, давай. Мы стараемся прятаться. Странно. О, я знаю, как проверить, как я могу запрятаться. Так. Все, я запрятался. Можешь искать. Все, я надеюсь, все запрятались. 10 секунд точно прошло. Давай, покажи вещи. Ой, не понажал. Так. Что-то с камерой не то. О, все нормально. Я так беспалевно сижу вообще. Вот красава. Так, я спускаюсь вниз. Ты ищешь нас? King on Fire. Я все... ищу, я стаканчика нашел, но не убил. Мочи, мочи всех. Если я сейчас тебя найду, может тебе дать, который бьет на расстоянии. Хотя ты сможешь, я в тебя верю. Я пока полетаю, поисследую карту крутую. Очень оптимизированную. Минус один. Блин, я как-то палевно сижу, но надеюсь, он меня не заметит. Так, так, так. Метеоритов просто миллион штук. Ну чё, где ты? Ищешь? Ну блин, так нечестно. Извини, я просто знаю, что ты должен был меня найти, но выиграл я. А где ты, где ты? На спауне. Да? Ладно, на тебе аниматроника, сейчас тебе дам мощнейшего. И ты покажешь, где раки зимуют. Мочи всех. Я тебе даю тот, который мочит на расстоянии. На. Давай вместе, так как ты меня по-честному нашел. Беги вперед и мочи всех. Все. Первый пошел. Или первая. Ждем. Я тоже бегу и нажимаю все кнопки подряд. Зря ты палишь свое местоположение. Я ж сказал зря. Так. Ой, как мы быстро всех находим. Вообще красота. О, слышу, слышу, слышу. Зря ты. Даже малейший звук дает мне точку, где ты находишься. В наушниках хорошо слышно. Меня пригвоздили. Ну, тебя пригвоздили? Ну а что ж ты, невнимательный аниматроник. Слышу, 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 слышу. Я за тебя этот. А, это ты был. Есть, есть, есть. Да блин. Есть. Все, мы опять всех нашли? Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!